Здорово, чуваки! Это обзор от mob.org и я Трэш. Сегодня у меня для вас добротная тройка свежачков. Итак, в этом выпуске вы увидите... Гонки по встречной! Зомби-файтинг! И стратегию будущего! Поехали! Traffic Nation — это неплохие гонки, чтобы скоротать твое время. Принимай участие в скоростных заездах, маневрируй автомобилем в потоке дорожного движения и обгоняй другие автомобили. Чем опаснее вождение, тем больше ты набираешь очков. Так что угоняй от копов и проскальзывай между встречных автомобилей как можно быстрее, используя нитро. В игре 16 видов автомобилей, обширный тюнинг, красивая графика, квесты на время и сюжетная кампания. Прокатись по городу, пустыне или заснеженной зимней дороге, а за заработанные монеты ты будешь получать призы и прокачивать свой болид. Файтингов и игр про зомби мы повидали немало, а вот файтингов про зомби на моей памяти еще не бывало. В Ultimate Zombie Fighting на ринге сошлись все виды зеленых со всего мира. Выбрав своего гниющего фаворита, тебе предстоит пройти длинный путь к титулу чемпиона. При всей абсурдности происходящего, перед тобой лучший файтинг на Android на сегодняшний день. Долой казуальные односвайповые сражения из Mortal Kombat и Injustice, ведь теперь тебе доступен целый список комбинаций, индивидуальных для каждого зомби. Запоминай необходимые приемы, проводи жестокие добивания, покупай новых бойцов, прокачивай их оружие и броню. В игре крутая графика, качественная анимация и добротный дизайн. В общем, пошпиль, чувак, уверен, ты оценишь. И последняя игра в нашем списке также метит в лучшие игры жанра на Android. Domain of Titans — это стратегия в реальном времени, поражающая графикой и масштабностью происходящего на экране. Наконец, у нас появился мобильный Total War, друзья! Тысячи воинов, детализированные облака и водопады с качественной трехмерной анимацией. В твои задачи будет входить развитие замка и постройка армии. Наряду с мечниками, лучниками и кавалеристами можно будет создавать еще и разнообразных титанов, сокрушающих толпы врагов. Управление боевыми единицами осуществляется за счет простых жестов в направлении выбранного оппонента, а на шкале верхнего угла экрана ты будешь следить за потерей войск обеих сторон. Участвуй в PvP-сражениях, открывай дополнительных титанов и защити небесный город от армии нежити. Ну вот мы и подошли к концу. Не забывай поставить лайк, подписаться и вступить в группу. Ну если уже давно этого не сделал. А это наше предыдущее видео. Погляди, может что-то пропустил. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся.